Фуф. А теперь финал. Против сборной Испании. Уровень сложности лучший игрок. Я чувствую, это слив. Чтобы вы знали, на всякий случай, вторую попытку я делать не буду. Если я сейчас проиграю, то я проиграю все. А я почему-то уверен, что я сегодня проиграю, потому что на лучшем игроке тащить, ну, сами видите, 1-0 по Испании. Первым же моментом. Да! Фигу! Фу, 1-1. That has certainly made things interesting. Oh, I think the coach will really be annoyed with that. The players were still thinking about their goal and just got caught napping. Well played, he saw that coming. Morata! And they get themselves in this opponent. Cazorla. Can he finish? Ну господи, да что такое? Ну где защита? Ну как, ну, удар в штангу, ну вынести же должны. Я понял тебя, судья. Мы сегодня свистеть вообще не будем фолы. Не. Давайте вольную борьбу и поиграем. Класс. Отбор божественный просто. Отобрал и отдал прямо игроку Испании. Еще раз отобрал и отдал игроку Испании. Вдвойне хорошо. Пенальти. Вообще классненько. Ну а помочь не надо, пускай. Ну а ты защитники, я вас люблю. Не, если честно, чуваки, я даже снимать не хочу. Вот честно. Пацаны, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Я дальше снимать не буду, потому что я дальше не вытащу. Все, всем пока.